Привет, самостойка. Сейчас я нахожусь в отделе селективной парфюмерии Анни Гюталь. И вот они, легендарные ребристые флакончики от Анни Гюталь. Мне больше всего нравился вот этот аромат, который называется Путичери. Сегодня я пришла не за ним, я пришла за новинкой, которая вышла в этом году. Итак, вот он, этот аромат в розовом флаконе, называется Роз Помпон. Покажу вам, какой сервис в Японии, как упаковывают ароматы. Итак, я выбрала аромат 50 мл. Спрашивают, можно ли проверить спрей, брызнув один раз мне на руку. Итак, спрей не оказалось никаких проблем, и мне упаковывают аромат. Ну где такое может быть, как не в Японии? При покупке селективного аромата к женскому дню мне подарили, как вы думаете, что? Поросенка! Итак, сам аромат упаковывают вот в такую вот шуршащую бумагу, надушенную этим же ароматом. Итак, я дома, давайте распакуем, посмотрим еще раз этот аромат, расскажу вам свои впечатления о нем. Посмотрим, что здесь лежало еще в шуршащей бумаге. Сам аромат в бумажной коробке с изображением женской фигуры и с цветком. Ребристый стеклянный флакон с золотой крышечкой, но окрашен он в розовый оттенок. Также на флаконе вот такой вот черный шнурок с золотыми наконечниками и золотой брелок с названием аромата «Роз Помпон». Также мне дали несколько пробничков, давайте я вам их тоже покажу. Два пробничка от Анни Гюталь, также новинку от Dolce & Gabbana, еще один пробничек от фирмы Penhaligon's. И главный подарок – это поросенок. Давайте его распакуем и посмотрим тоже. Ну, поросенок оказался довольно-таки милым, с таким вот хвостиком и сердцем. Ну, что с ним делать, я, честно говоря, не знаю. Итак, сам аромат «Роз Помпон» выпущен в 2016 году. Верхние ноты – малина, черная смородина и розовый перец. Ноты сердца – роза, розовый пион. И ноты базы – это мускус, белый кедр и пачули. А в целом аромат очень поднимает настроение, он весенний, нежный, очень милый. Относится к группе ароматов цветочно-фруктовые. Нежная молодая роза и пион, малина и черная смородина. Очень отчетливо слышится в этом аромате. Вот такой вот милый весенний аромат появился в моей коллекции. Надеюсь, вам видео понравилось. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания, Токио.